Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Як і завжди, по понеділках в нашій студії представники силових структур. Ми з ними розмовляємо про роботу цих управлінь та відомств. І сьогодні я дуже рада вітати у нас в студії Валерій Борисович Коба, заступник начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії. Валерій Борисович, я хочу з самого начала, давайте вспомним, як наша полиция, да, новые наши сотрудники принимали присягу. Это было 5 декабря. Сейчас мы посмотрим сюжет, вспомним, как это все красиво было, а потом будем говорить на серьезные и нужные темы. Пожалуйста. Подивитися на нових поліцейських з'їхалося чи не все місто, адже від сьогодні за спокій на вулицях Миколаєва та порядок на автошляхах відповідають майже 500 новоспечених силовиків. Втілювати їх у життя! Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Тепер вже справжній поліцейський, 30-річний Євген Візломцев, приймає вітання від найрідніших людей – дружини та маленької доньки. Чоловік воював на Сході, а коли після ротації повернувся додому, надіслав заявку до нової поліції. Я пишаюся тим, що в Україні стається така реформа і сподіваюся, що це все буде на краще. Я хочу побажати своєму коханому чоловіку сил, мужності і здоров'я. Серед нових поліцейських кожен десятий – це учасник АТО. Понад 80% мають вищу освіту. Це колишні перекладачі, інженери, програмісти, журналісти, медики, фінансисти, військові. Є і двоє священників, причому один із них – командир роти. Поздравляю всех, что сегодня вот эти замечательные люди, полицейские, вышли на улицу. Это первый ветер реформ, как я сказала, и у нас, ждет очень-очень хорошее приключение. Я в этом уверена. Я маю дуже великі сподівання, що нові полісмени зроблять так, що миколаївці будуть горді, що їх охороняють такі люди з такою високою честю. Всі нові патрульні поліцейські пройшли спеціальні курси, де їх навчали кращі інструктори України, Канади та США. Відтак мають навички тактичної підготовки та користування зброєю. Мы очень долго к этому шли, и отбор был предварительно очень долгий. И на самом деле ты никогда не знаешь, ты прошел следующий тур, не прошел. Ну а потом 2 месяца обучения вылегла власность, почувствовал себя настоящим студентом. Після урочистостей поліцейські приступили до виконання своїх службових обов'язків. 45 нарядів вже вийшли на патрулювання вулиць Миколаєва. Я хочу, щоб моя дитина жила в спокійному місті. В спокійному місті будемо робити, що від нас залежить. Вот, вспомнили немножко, действительно, дорогие друзья, вот это мероприятие, да, оно было и красивым, и необычным, и вселяющим надежду, мне кажется, так, что действительно у нас изменится, станет лучше, потому что должно быть лучше, мы все-таки живем уже не первый год. Прошел почти месяц, как вам работается в новых условиях? Ну, начнем с того, что 6 ноября закончилась история милиции Украины, и началась история новой полиции. И ребята, девушки и мальчики, которые приняли присягу 5 декабря, они первые ласточки, так называемых. То есть это те люди, которые на передовой находятся, на передовой общения с гражданами. Это те люди, которые должны, в принципе, нести людям и обществу положительный посыл, как вы правильно заметили. И я думаю, что первый фактически месяц службы, он показывает, что уровень доверия к новым полисменам, тем, которым на дороге, он достаточно высок. И основная задача этих ребят и нас сделать так, чтобы этот уровень доверия не упал, а тот кредит доверия, который обществом выдан новой полиции, он был сохранен и приумножен. Мы еженедельно собираемся с руководством патрульной полиции, с ребятами, общаемся, смотрим, где у нас проблемы во взаимодействии, где надо улучшить работу, на какие квадраты, поскольку у новых патрульных действует система разбивки город на квадраты, то есть город разделен на 40 квадратов. Да, и где необходимо добавить патрульных нарядов, где эти наряды необходимо убрать в связи с тем, что они там на данный момент в связи с криминогенной ситуацией не нужны.
Обращаем внимание на ориентировки по преступлениям, в том числе по уличной преступности. Ну и самое главное, наверное, превентивная функция. То есть нахождение на улицах города автомобилей с включенными проблесковыми маячками – это, наверное, первая функция превенции, которая существует. Она дисциплинирует водителей, она, скажем так, отпугивает правонарушителей, которые видят маячок, а ночью, поверьте мне, его видно издалека, по этому поводу иногда поступают даже жалобы от водителей. Но, поверьте мне, жалоб на сильный режущий глаза маячок ровно столько же, сколько и жалоб на то, что маячок не был включен. То есть для людей это уже новое, если маячок вдруг не был включен. Я надеюсь, что ребятам 7 футов под килями, как им пожелала Хатя Деканаидзе, глава полиции, и счастлив, что город Николаев был пятым среди всех городов Украины, где заработала эта новая патрульная полиция. Я думаю, пройдет немного времени, и наши граждане ощутят, что вот именно патрульные – это краеугольный камень той системы новой, которая заложена на данный момент. Ну, действительно, быть в первой пятерке – это здорово. Да. Хочу напомнить, у нас прямой эфир, можно звонить в студию. Телефон студии 76-92-42, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к нашему разговору и ставьте свои вопросы нашему гостю. 76-92-42, вы этот телефон, номер телефона будете видеть на своих экранах на протяжении всей нашей программы. Хотя Деканаидзе, она сказала, да, что нас ждет прекрасное приключение, да, интересное приключение. Ну, сказать, что уличная преступность, грабежи и какие-то еще вещи, это приключение нельзя, конечно, но все-таки нашим новым полицейским тоже придется и приходится с этим сталкиваться. Вот как сейчас обстоят дела с этими именно видами преступлений, насколько сейчас изменилась, допустим, работа по ним, насколько сейчас легче, имея вот патрульную службу, такую патрульную службу новую, по горячим следам, может быть, задержать, раскрыть и так далее. Ну, говоря вообще о том, как заступила новая патрульная полиция, необходимо заметить, что Николаев вообще как экспериментальный город был в данной ситуации. У нас, если вы помните, было расформировано подразделение ГАИ еще 2 июля, а со вступлением в силу новой полиции, в силу закона национальной полиции 7 декабря у нас перестала существовать и патрульно-постовая служба. И мы фактически, город целый, полумиллионный, месяц находился без гаишников на дорогах и без патрульно-постовой службы на улицах. В связи с чем у нас были исчерпаны все резервы, мы максимум людей задействовали на улице. Новая патрульная полиция – это глоток свежего воздуха для системы правоохранительных органов Николаева и Николаевской области. И на данном этапе я могу сказать одно, что да, мы читаем сводки, средства массовой информации пестрят заголовками, там ограбили, там разбойное совершено нападение. Да. Но мы должны сказать, что у нас есть все-таки факторы, экономический и социальный фактор. И мы не можем скрывать того, что преступность, она зависит напрямую, собственно говоря, от уровня жизни населения. Уровень преступности всегда колеблется. И я не могу сказать, что уличная преступность возросла, либо уличная преступность ушла. Превенция и функция превенции, которую выполняют эти ребята, она даст о себе знать. Мы сейчас продолжим, у нас просто звонок телезрителя, чтобы человек долго не ждал. Здравствуйте, мы слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, у меня к вам такой вопрос. Единственная просьба, создали новую полицию, что при милиции не было порядка, когда маршрутки останавливались не в карманах, где они есть, по проспектам Октябрьского, Мира, Ленина. Что создали уже полицию? Как маршрутки останавливались перед этими карманами, и люди все стояли? Проехать невозможно, сесть на маршрутку невозможно. Просьба, пусть новая полиция наведет порядок, как-то заставит. Там, где хотя бы есть карманы, маршрутки останавливались в тех местах и не мешали проезду транспорта. Спасибо за пожелание. Ну, могу нашему слушателю сказать, что есть у нас ряд
общественных организаций, которые борются в том числе с тем, чтобы маршрутные такси не останавливались, в частности на автовокзале, не останавливались на проезжей части, а занимали свое место в карманах, специально для этого отведенных. Раньше этим занималась ГАИ. Сейчас мы обращаем внимание новых патрульных полицейских на то, чтобы они тоже проводили профилактическую работу с водителем маршруток. Однако, в чем заключается вообще суть реформы? Новая патрульная полиция, она призвана вызвать у человека желание самому не нарушать. Соответственно, сначала, в первые две недели, вообще ребята работали фактически без составления протоколов. Они указывали, предупреждали, говорили, ребят, не надо нарушать правила дорожного движения. То есть функция превенции, в принципе, осуществлялась. Сейчас, для тех, кто не понимает, к сожалению, у нас таких много, будет осуществляться уже карательная функция, то есть заключающаяся в составлении протокола. Что касается этой проблемы, это не единственная проблема у нас на дорогах. Как отсутствие ГАИ сказалось болезненно на поведении водителей, многие стали превышать скорость допустимую, в том числе на улицах города, проезжать на красный свет. Сейчас ребята этим занимаются. Нашим телезрителям хотел бы посоветовать, если вы действительно желаете помочь новой патрульной полиции, полиции в частности, в наведении порядка на наших дорогах, пожалуйста, документируйте случаи правонарушений на ваши приборы, которые находятся практически сейчас у каждого автолюбителя в салоне автомобиля. После этого обращайтесь на линию 102, предоставляйте эти доказательства, и поверьте мне, будут привлекаться к административной ответственности правонарушители. Спасибо. Хотелось бы продолжить по грабежам и уличной преступности, но у нас есть звонок, это важнее. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Да-да, пожалуйста, пожалуйста, вы в эфире. Я хотела с таким вопросом обратиться к руководителю новой полиции нашей. У нас перед Новым годом, это не только в этом году, а постоянно с этими петардами, взрывами и так далее, всегда проблемы есть. Это район, вот я сейчас звоню, перекресток проспект Ленина, улица Дзержинского. Нельзя ли как-то, ну, чтобы, особенно перед Новым годом, там, начиная с 10 часов, то что, ну, нельзя из дома выйти, потому что бросают, с какой стороны полетит, неизвестно, чтобы это как-то, ну, немножко убрать. Принимали же как-то решение, чтобы оно не продавалось. Сейчас на этом рыночке опять все завалено этими взрывоопасными, я не знаю. Вот по этому вопросу, пожалуйста, может ли что-нибудь сделать новая полиция? Спасибо за ответ. Спасибо. Спасибо за звоночек. Хотел бы сразу уточнить, я не новый начальник полиции. Начальником главного управления национальной полиции является полковник Гончаров Виталий Васильевич. Хотел бы также нашим телезрителям донести такую информацию, дабы они знали. Для того, чтобы исключить какое-либо давление со стороны руководства, либо старых милиционеров, которые сейчас стали полицейскими временно до прохождения аттестации, новая патрульная полиция, она напрямую подчиняется по вертикали Киеву. И ни мне, как заместителю начальника главного управления по громадской безопасности, ни начальнику управления, они не подчиняются, только в оперативном плане. Что касается проблемы, которая затронута вами, хотел бы сообщить, что нами сейчас созданы мобильные патрульные группы. И для того, чтобы исключить возможность каких-либо коррупционных действий со стороны работников полиции, то есть участковых инспекторов, оперативных сотрудников, инспекторов вообще, созданы патрульные группы совместно с новой патрульной полицией. И эти группы взаимодействуют в том числе по незаконной уличной торговле и по продаже петард. Для меня, если честно, вновь было услышать от вас, что на Ленина Дзержинского продают петарды. Наш анализ по городу показывает о том, что такое пагубное явление, как продажа несертифицированной продукции с рук, оно существенно уменьшилось на улицах города. И мы сейчас делаем все для того, чтобы оно уменьшилось. А всех граждан призываю, 102 сейчас работает по линии как центр управления нарядами полиции. Вы вправе, увидев незаконную продажу петард, а продавать их на улицах явно нельзя. К всем обращаюсь. Пожалуйста, набирайте 102, сообщайте адрес, сообщайте приметы того, кто продает. Поверьте мне, приедет патрульная полиция и однозначно составит протокол и изымет запрещенное орудие сертифицированное. К слову сказать, мы
На выходные проводили по рынкам мероприятия вместе с сотрудниками МЧС и сотрудниками новой патрульной полиции. Действительно, существенно уменьшилось, и мы будем бороться с этим злом. Ну, вот смотрите, какие у нас замечательные зрители. Они задают актуальные вопросы, потому что мы собирались обсудить пиротехнические средства, вот мы их обсудили с помощью нашей телезрительницы. Продолжаем дальше. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. С вас наступным роком новым, здоров'я вам бажаю, успіхів, щоб процвітали, бо дуже добра ваша служба. У мене запитання такого роду. От у нас сквер Макарова, на Миві ми живемо. І оця хаотична торговля, оце риби сушені, це ну наскільки це некрасиво загрязнили все. Це, ми ж все таки... культурні люди, ми ж йдемо, куди нам, як говориться, подобається. Будь ласка, і ще за прийомні металоломні пункти, які розположені біля нашого кладовища, у цього старого. Ну, таскають уже і нагробники, і хрести, ну все вже, таблички, все знімають. Будь ласка, зациклуйтесь на цім запитанні. Спасибі вам більше, і здоров'я вам, і благополуччя. Удачі! Спасибо. Дуже вдячний за привітання. Хотів би відразу зазначити, що стосується сквера на імені Макарова на Намиві, вулична торгівля. Я вам гарантую, з завтрашнього дня там буде проведено відпрацювання для того, щоб дійсно виявити, чи є там незаконна торгівля з рук у містах, стаття 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але дивіться, до чого я веду. Коли ми ставимо завдання нашим дільничним, патрульним, поліцейським, як говоримо про те, що потрібно боротися з вуличною торгівлею, ми ніколи не ставимо завдання боротися з бабусею чи дідусем, який там виростив в себе щось на городі, чи як би так не було, але повернення до 90-х, коли люди, ми знаємо, і на автовокзалі стоять, як кажуть, барахолка так звана, да, стоять, продають речі зі свого дому, да, там хрушталь і так далі, задля того, щоб якось вижити і гроші заробити на хліб. Тому ми таких людей не ганяємо. Ми можемо їх попередити, але протоколи відносно них не складаються. Якщо ж там є так звані бізнесмени, які там влаштували фактично міні-супермаркети на вулицях цього чудового скверу, то повірте мені, відносно них будуть складені протоколи, вилучена продукція, матеріали скеровані до суду. Що стосується приймання металу на вулиці Степовій, то я так зрозумів, якщо там старе кладовище і так далі. Ну, то повірте мені, ми рейди будемо ці робити, але хотів би відразу звернутися до вас, що наш законодавець останнім часом робить деякі послаблення. І тепер не є статтею 213 Кримінального кодексу прийом металобрухту особою, яка є фізичною особою підприємцем. Отже, якщо є у вас дані про те, що там були хрести зняти, чи вкрадені з могили речі, чи предмети, будь ласка, також звертайтесь, це стаття 297 Кримінального кодексу, будемо притягати до відповідальності. Але вашу інформацію я почув, дякую вам за дзвоночок, я думаю, відпрацюємо і вулицю Степову. Дійсно, будемо чекати на результати, бо важлива дуже тема. І новорічні свята. У нас дуже вже... кілька днів залишилося, і як буде організована публічна безпека в ці новорічні свята, і от як це буде пов'язане зі зменшенням, можливо, так, крадіжок, грабежів і вуличної злочинності? Ви знаєте, коли мені задають питання, а як же ж буде забезпечена публічна безпека в новорічні свята, чи якось вона буде посилена? Ну, беззаперечно, буде посилена, до нас доходить інформація і про те, що існує, ймовірно, можливо, і терористичних актів і так далі. Ми живемо дуже в складні часи і дуже багато зброї на руках. Просто люди різні, так, різні але емоції. Потрібно зазначити, що фактично останні роки у нас підвищена боєготовність у органів завжди. Правопорядку завжди, щоденно, задля того, щоб наші громадяни почували себе у безпеці. І я вам скажу, що в нас готові і вибухово-технічні групи, і експерти по всім напрямкам діяльності. І, до речі, знову наші родини постраждають і не будуть бачити своїх чоловіків, оскільки цілодобовий варіант несення служби у нас введено. Ми знаємо, що в кожному районі нашого міста, а подекуди і по дві, і по три ялинки в районах знаходяться, так, щоб діточки і наші змогли віддихнути на тих ялинках.
ми будемо фактично забезпечувати громадську безпеку цілодобово. А почали ми це робити ще з 19 числа, у день Святого Миколая, чиє ім'я носить наше славне місто. Я вважаю, що органи правопорядку Миколаївщини здатні будуть забезпечити правопорядок на вулицях міста. Дякую. І тут у нас є, зірвався у нас дзвіночок, і тут у нас є записка. Так, значить, кроме патрульной полиции, вот языком оригинала, да, есть у нас еще другие службы. А вот как к ним обратиться, спрашивает наш телезритель. Ну, крім патрульної служби, існують же ще, так? Як і в яких випадках до них можна звертатися? Дивіться, в чому ситуація на цей час взагалі в органах правопорядку? Тому що так, люди ще просто трошки не розуміють. Взагалі поліція, стара міліція була, зараз багато хто з тої міліції перейшов в поліцію. І всі вони знаходяться згідно тимчасового штатного розкладу на своїх посадах. І у випадку, якщо вони всі пройдуть переатестацію, вони дійсно стануть вже справжніми поліцейськими без приставки виконуючої обов'язки. Що стосується патрульної поліції, то вони вже є поліцейськими, прийняли присягу поліцейською і вже виконують свої функціональні обов'язки. Щоб знали наші громадяни, зараз, до речі, йде принцип який? Я так вважаю, що це принцип вертикального підпорядкування по тим напрямкам діяльності, які дуже болючі в наш час, кризовий час. До речі, Головне управління Національної поліції не має вже в своїх штатах підрозділу по боротьбі з наркозлочинністю. Підрозділи по боротьбі з наркозлочинністю напряму підпорядковуються місту Києву і Національній поліції. Але все ж таки працюють вони на нашій землі, працюють вони на нашій землі. Звертатися до них звертатись можна до них через 102 або безпосередньо в чергові частини. Я дав команду кожному керівнику райвідділку поліції в нашому місті обов'язково в місцевих газетах або оголошення розмістити, або розмістити оголошення на території, на дошках для оголошень. Всі мають розуміти, що в нас є в чергових частинах не тільки робочі телефони, але є й мобільні телефони чергових частин кожного району. Задля того, щоб наші громадяни не казали, що ми на 102 не можемо дозвонитись. Можна дозвонитись безпосередньо і в райвідділ поліції. Тому потрібно звертатись до них або через чергову частину туди прийшовши, або ще по мобільному зв'язку. Дякую. А у нас є ще дзвінок, будь ласка. Слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Здравствуйте. Добрый вечер, Валерий Борисович, с наступающим вас. Спасибо. И у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда в Николаеве закроются самогонные точки? Сколько смертей? Сахар дорогой. Они ложат туда всякие отравы. Люди теряют сознание. Столько точек. Я перечислила оператору. Она может вам передать. Вот едет полиция на Южной, на остановке, и она наливает самогон. Они проехали, и все. Вот такой вопрос, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно болезненная проблема для города и не только для нашего города. Хотел бы сразу разъяснить, ни в коем случае не в оправдание. Патрульная полиция сейчас занимается немножко другими направлениями. Это и уличная преступность, и регулирование на улице дорожного движения, соблюдение правил дорожного движения. Руки там не добрались. Этим должны заниматься участковые инспектора полиции. И, к сожалению, не всегда получается. Но, понимаете, законодатель инструмент у нас убрал. Я хотел бы, чтобы знали все граждане. Мы боремся. Статья 176 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф до 100 гривен за торговлю самогоном. Мы видим прекрасно, что поднимается акциз, да, ликероводочные изделия стоят уже очень дорого, поэтому исконно наш украинский посыл в виде самогоноварения, как какое-то, скажем так, в пику тем, кто поднимает цены на ликероводочные изделия, он был, есть и будет. Это общее зло, с этим надо бороться, и я просил бы, чтобы нам действительно помогали. Если вы видите, что точка функционирует, а участковый инспектор полиции ничего не делает, пожалуйста, обращайтесь
к нам напрямую. У меня прием граждан каждую среду с 3 часов до 6 вечера на Декабристов 5. Пожалуйста, я буду ждать каждого из вас. В том числе я есть в Фейсбуке зарегистрирован. Если вам сложно, попросите внука своего, либо сына, если он зарегистрирован, пожалуйста, адрес, будем отрабатывать. Но поверьте мне, очень сложно отрабатывать, когда нет уголовной ответственности за это, а штраф минимален. Будем отрабатывать по установке Южной. Я услышал, там уже неоднократно, и в том числе общественники накрывали эту точку. Но если до человека не доходит, будет, значит, доходить как-то по-другому. Будем изыскивать методы и пути воздействия. Что касается вообще всего процесса, который осуществляется по самогонным точкам, ну, здесь еще очень много зависит от жильцов. Я всегда говорю, если у вас в доме торгуют, и ваш муж спивается, сосед спивается и так далее, жильцы не могут найти управу, скажем так, на человека, который отравляет весь дом, а закон нам, извините меня, не дает права хотя бы 15 суток дать этому человеку, для того, чтобы до него дошло, то надо всем миром каким-то образом воздействовать и профилактировать. Действительно, очень хороший вариант – это работа полиции вместе с общественниками, ну и каждый из нас действительно может очень многое. Времени практически не осталось, но осталось время на поздравления с Новым годом, потому что уже очень-очень скоро вот праздник. Вы знаете, уважаемые телезрители, человек так устроен, что как бы плохо ни было, всегда в душе остается место для праздника. Я желаю, чтобы в следующем году у вас в душе оставалось для праздника все больше и больше места. Здоровья всем вам, вашим близким, родным и всем нам силы духа выдержать то испытание, которое на все наши плечи легло, дабы видеть своих детей радостными, улыбающимися, родителей живыми, жен приятными. И всем нам всего самого лучшего в новом наступающем году. Всем желаю вам счастья и радости. Спасибо большое. Спасибо за то, что были в нашей студии. Приходите к нам еще обязательно и в новом году. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви цей вечір з нами. Також приєднуюсь до привітання, адже Новий рік дуже-дуже скоро настане. І я бажаю, щоб в новому році обов'язково в кожній родині, в кожному місті був мир, тепло і затишок. І тоді усе буде добре і в нашій країні. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Миколаїв».